Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в первого Крока, PlayStation 1 версия, от 4 августа 1997 года. Сегодня, кстати, день рождения у этой игры, у экзешника, 26 лет. И последний, пятый остров. Отправляемся, первый уровень, End Soul The Adventure Returns. Погнали. Хрустальный остров. Секретный немного. Ах ты! Дай-ка я сохранюсь, это чё-то убивает быстро. Эти убивают. Так, тут у нас ключик маленький. Интересно, куда его девать? Так, ну тут, похоже, надо вот сюда, в колодец прыгать. Больше я не вижу. Не знаю, будут ли тут вообще глобусы. Кнопка. Выстроились платформы. Вот это очень напоминает тематику первого уровня. Все, похоже, такие стреляющие по мне. Да, это жесть, конечно. Так, а почему платформа так отдалена от меня? А, надо длинные прыжки делать, понятно. Да уж. У меня одна жизнь всего. Убиваем этого чайника. Идем дальше, наверное. Я так понимаю, цветных камней тут, возможно, тоже уже не будет. Чисто пройти уровень. Так, там фиолетовый глобус прыгает. Наверх мне не залезть. Он постоянно прыгает, по-моему. Надо его опередить. А может и устранить. Правда, не знаю, какой в этом смысл. Давай пока ящики поразбиваем. Так, внизу пропасть. Нам в пещеру бежать прямо. Перепрыгиваем лаву. Вторую. Так, и опять эти пурпурные. Да, момент такой, неоднозначный. Вот он сбрасывает. Надо ловить тайминги. Успевать. Так, ну вроде успел. Собираем еще камни, идем дальше. Следующую пещеру. Так, что нас здесь ждет? Вау, какие огоньки. Ой-ой-ой, еще шарики фаербол. Так, ну вроде прошел, идем дальше. Не знаю, насколько длинные уровни, но глобусов здесь нет, похоже. И цветных камней. Так, лезем наверх. Да, это мир леса напоминает. Этот уровень. Может, тут из каждой тематики будет по... А, вот тут уже конец, кстати. Конец уровня. Жизнь нашел. Еще 5 камней. И еще 5 камней. Ну да, чем-то проще этот остров. Никаких бонусных путей. Ауч.
Ну вот и прошли мы первый уровень на Хрустальном острове. Ничего сложного не было в первом уровне. Сохраняемся. Девяносто процентов игры уже пройдено тем временем. Так, уровень 5-2. Дайт брррр. Я так понимаю, это на снежную тематику будет, ледовую. Ну да. Видимо, здесь с каждой тематикой будет по уровню. С каждого острова. Ауч. Да что такое? Дай-ка я заново начну. А, это снежками кидается. Я понял. Я тебя понял. Так, там жизнь была. Можно я жизнь возьму? Ну, конечно, сейчас зареспаунится, но... Ну ладно. Успел пробежать. Идем дальше. Шаг. Шестеренка, шестеренка, шестеренки. И что тут у нас? Три коробки имеются. Ну, надо собрать камни. А то ни одного. Опередить, чтобы они меня не успели выстрелить. Ауч! Как я так упал? Не понимаю. Понимаю, дай-ка я сохранюсь на всякий случай. И опять я не допрыгнул. Тут вообще очень опасный такой прыжок, я заметил. Надо сделать. Вот так вот. Так, теперь по шарику. Ауч. Ауч. Так, он сейчас опять появится, наверное. Так, теперь дальше. Держимся за шарик. Не отпускаем. Еще две коробки. Идем дальше. Камень слева, камень справа. Так, а куда здесь прыгать-то? А, вот сюда, да? Ауч, тварь. Зацепил меня все-таки. Прыгай на плотину эту. А на вторую. Все, прошли эту локацию. Идем дальше. А опять пещера. Вау. Как-то вперемешку тут все. Смешался. Вау, а тут-то как прыгать? Вы издеваетесь. Сложные прыжки. И они уже поджидают. Так, ну у меня ноль жизни остается. Дай-ка я сохранюсь.
Бери камень, дурак. Да ну нахрен. Да, конечно, я уже не один раз так сливаюсь. Ну, я бы мог нафармить эти жизни за кадром, например. Так, ну мне не остается камней теперь. И это фигово. Мне главное в лаву не упасть. Так, ну вроде прошел. Награда 5 камней. Идем дальше. Так, еще две коробки и лодочка управляемая. Ну что, поехали. Только надо тормозить вовремя. Ауч. Еще одна лодка. Ну это жесть, конечно. Дай-ка я сохранюсь, а тут что-то ноль жизни. Нравится мне это. А, все, конец уровня. Отлично. Уф. Ну да, такие уровни. На выносливость, так сказать. Сложноватенькие. Но я чувствую, этот остров будет коротким. Самым коротким. 92%. Уровень 5-3. Триал он The Nile. Я так понимаю, пустынный. Пустынная тематика должна быть. Угу. Так, сзади дверь закрыта, кстати. Надо ключ раздобыть. Понятно. Вауч. А я не думал, что так будет. Стоп, я не сохранился. Фигово. Давай заново. Забыл сделать быстрое сохранение. Да, жизнь беда, конечно. Да что ж такое? Чё они так быстро убивают? Да что такое? Что я не так делал? Давай я к тебе на остров прибуду. Ауч. Ну так и надо, короче, но осторожно. Очень осторожно. Я двоих устраню тут. И спокойненько доберемся до двери. Вот, все. Уходим. Куда я попал теперь? Ага, болото. Ой-ой-ой. Да что такое? Ага, вот вижу камень. Еще один. А, тут платформа вообще исчезает. Этот сейчас может опять появиться. Поэтому надо на опережение сыграть.
Так, две коробки. Жизнь дали, наконец-то. Так, а впереди? Ага. Понятно, камни все потерял. Ну ладно. Прыгаем в колодец. Светлячки. Ну погнали. Берем светлячок. На время, конечно, это все. Ага, вот вторая банка. Третья банка. Так, выходим отсюда. Дальше что? Опять песочек. Ух ты. Ну здорово. Так, тут кнопочка. Что она делает? А я не пойму, что она делает. Может, платформу сделала? Короче говоря, вот сюда, следующий колодец прыгаем. Так, собираем тут еще камни. Ух ты, блин. Твою мать, а. Ну все, ноль жизни, надо сохраняться. Я растерялся, блин. Да чтоб тебя, Крок. Не можешь уцепиться, что ли? Ну да, дорожка сложная. Казалина, ну ладно. Так, наверху жизнь, кстати. Да твою мать! Да, камни я потерял. Ладно, сейчас за ту жизнь возьмем. Да, уникальные, особенные уровни. Мне кажется, по какой-то причине они не вошли на основные острова. Может, из-за своей сложности. Как раз таки. Твою-то мать, а ну как так-то? Да, я опять сохранился, казалось бы, на каждом шагу сохраняюсь. Вот чисто технически мои проблемы с прыжками. Так, что дальше? Собираем камни. А, налево теперь. Здорово. Здорово. Привет. Еще один. Еще один. Как их тут много-то, а? А, ну все, уже конец уровня. Попал, что ли? Так, третий уровень прошли.
Теперь замковая тематика будет. В 94%. Крокс Интерактив. Ну погнали. Опять эта музыка. Вау! Ни хрена себе, вы что, охренели что ли? Тут надо вот так вот с разбегу только прыгать. Блин, ну они, конечно, посадили сюда их. Платформа еще выходит. Ауч! Блин, нельзя мне было так делать. Твою мать. Поехали, поехали. Так, идем дальше. В башню. Что нас здесь ждет? Ну да, тут все такие стрелки. Ага, скользающие платформы. Ах ты падла. Достал меня. Так, идем на лесенку. Аккуратненько. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ура. Успели. Раскочили. Уф, идем дальше. О, знакомый товарищ, надо выбрать путь. Куда мне идти, налево или направо? Мне хочется оба пути посмотреть, куда приведут. Посмотрим, что слева. Вот такая вот локация. А если я направо? Или это все в одно место ведет? Нет, разные места. Хотелось бы оба пути тогда пройти для разнообразия. До гонга. Так, ты идешь сюда? Стал купол стоит. Ага. Ну давай. Смелее. Ауч! Задел. Все-таки меня. Куда я сейчас приду? О, опять движущаяся платформа. Как мне это нравится. У меня одна жизнь. А, там уже гонка, кстати говоря. Вот оно чё. Я понял. Платформы уходит.
Ну вот, я дошел, можно сказать, до гонга. Давай посмотрим теперь все-таки вот эту кучу. Интересно. Вот такая нелинейность. Здесь этот платформой переворачиваю. Опять я тут беситься буду. Четко делать прыжки. Не падать вниз. О, отлично. Идем дальше. А, и я пришел в итоге в эту же локацию. Смотри-ка. То есть одна локация только меняется. Так все остается то же самое. Так, ну все, заканчиваем тогда тур. Ух ты. Интересно, а будет еще уровни-то вообще? Или на этом все? А, нет, вот еще босс. Secret Sentinel. Это босс, похоже. Тем временем 96%. Ну что ж, пошли к боссу. Секрет Сентинель. Вау. Так, а что мне с тобой делать-то? А, убивает он быстро. Кстати, можно закончить уровень. Четырьмя разными способами. Не понимаю, что мне делать. Вот есть платформы. Убивает он у меня быстро. Хотя бы заработать. Нет, бить его нельзя. А что делать-то? Ауч. Четыре гонга. А, надо в гонги ударять, видимо. Видимо, здесь гонги это не конец уровня, по-другому работает все. Так, и чего? Дальше-то что делать? Почему этот опять не бьется? Надо быстро, наверное, ударять. О! А, все что ли? Надо было быстро ударить в 4 гонга. Весь босс? Ну, как-то странно. Так, сейчас, наверное, будет заставка какая-то. Ух ты, сколько камней.
Так, ну и пошли титры. 100% да, теперь пройдено. Поздравления. Да, замечательная игра. Хоть и немного, ну, странноватая. Но для 97 года я считаю, что вполне себе нормально. Да, короткий остров получился, не ожидал я. Думал, тут опять придется заморочиться. Но нет. Не скажу, что прям самый сложный остров. Как по мне, четвертый остров все-таки был сложнее. Тут просто объединили. Ну, сделали врагов этих специальных стрелков и разные тематики. Кстати, вот эти платформы я так и не понял, для чего я перепрыгнул вообще без помощи них. Ну вот так вот как-то. Они и не нужны по сути были. Так, ну что ж, вот у нас начальный экран уже. Сохраниться мне не дали. То есть при загрузке будет не 100%, ну да, а 96%. Ну что ж, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса, всем удачи, услышимся в других прохождениях. Всем пока!